Ежегодно на территории города оседает несколько тысяч тонн строительного мусора. В период с января по март было выявлено более 220 свалок. Только в феврале во время вертолетного осмотра обнаружено 112 куч мусора. 70% из них составили строительные отходы. По каждой был проведен мониторинг и принят план по ликвидации. Большинство свалок уже устранены. Мы начинаем большую работу по борьбе с этим злом. Для этого нам нужно ваше содействие. Содействие какого плана? Нам нужно, чтобы вы нам дали договоры. Мы все подозреваем, что строительные компании в основном добросовестно относятся к своим обязанностям, заключили договоры на вывоз строительного мусора с какими-то организациями. Но как раз для того, чтобы нам отследить, попадают ли они по назначению, значит, эти отходы не попадают, нам нужно, чтобы вы дали нам копии этих договоров с подтверждением оплаты. Очень важный момент. С подтверждением оплаты этих договоров. По всем фактам стихийных свалок администрация города обращается в прокуратуру для возбуждения административных и уголовных дел. Большую часть мусора оставляют самоволки. Стоит отметить, что строительство из сотен незаконных объектов продолжается вестись лишь на единицах, так как специально созданные контрольные группы администрации применяют все необходимые меры. Выставляются казачьи патрули, стройки отключаются от коммуникаций. А вот появление строительного мусора на придомовых территориях в основном связано с действиями недобросовестных жителей, которые проводят у себя ремонт. Для устранения таких фактов на курорте созданы рейдовые группы. Представители муниципальных властей, ТОСов, домовых комитетов, квартальные совершают обходы по своим районам и выявляют нарушителей. Ведется также активная работа с управляющими компаниями. Мы будем, значит, контейнерные площадки менять, их дислокацию кардинальным образом для того, чтобы у каждого дома многоквартирного, многоэтажного, который имеет придомовую территорию, была своя контейнерная площадка. В ближайшее время пройдет встреча со всеми строительными организациями курорта, представителями правоохранительных органов и специалистами контролирующих ведомств. На этом заседании будут подведены итоги работы по пресечению появления незаконных свалок строительного мусора в Сочи. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.